В центре традиционной культуры города Хасавюрт прошел ставший уже традиционным республиканский фестиваль «Дагестанские фанфары», который уже около 4 лет радует жителей республики выступлениями артистов, духовных ансамблей и оркестров. В этот раз почетным гостем фестиваля стал эстрадно-духовный оркестр города Нальчик, который выступил с разноплановой программой, где были исполнения композиций, начиная от маршей и вальсов, вплоть до джаза и фокстрота. Художественный руководитель эстрадно-духовного оркестра города Нальчик Хазрит Зашакуев выразил слова благодарности в адрес заместителя директора Дагестанской филармонии имени Мурадова в лице руководства филармонии за неоценимый вклад в развитие и поддержание живой музыки. Сегодня мы постарались включить в программу, естественно, раз мы с Кабардино-Балкарии, национальные произведения, произведения местных авторов. Поскольку мы все россияне, скажем так, русские народные песни тоже мы не забыли. Духовую музыку, чтобы люди услышали. Даже те же хиты, как звучат на духовых инструментах, мы постарались, чтобы люди услышали. На данный фестиваль была приглашена учащаяся молодежь города. И, по словам организаторов, сегодняшнее мероприятие проводилось для того, чтобы показать и выразить интерес у молодого поколения к живой музыке. Бурлия Цамбиева, Курбан Гирейханов, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».